Татьяна Кондракова больше 30 лет работает в спортивной сфере. В 1991-м она возглавила отделение физкультурно-оздоровительного клуба «Урожай» в Бессоновке, а спустя 8 лет стала руководителем областной организации. Ежегодно под ее руководством проводят не менее 30 праздников для любителей активного отдыха по всему региону. У наших спортсменов сейчас и уровень высокий, и требования высокие. И мы, конечно, очень сильно стараемся их требования, так сказать, поддерживать и реализовывать. Вот, потому что это важно, вот, так как задач у нас очень много, но цель у нас одна. Цель у нас – это здоровье нашего народа. Итак, друзья, Татьяна Кондракова, браво! Замечательная блондинка поднимается на эту сцену. Татьяна Кондракова признана лучшей в категории «Организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности года» национальной премии. Церемония награждения лауреатов прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Вино-Русмановой. Главным соперником пензячки стал коллега из Красноярска, который даже выиграл онлайн-голосование. Однако награда все-таки отправилась в Пензенскую область. Спасибо большое экспертам, всем, кто... Ну, мне такую честь огромную оказал и выбрал меня лауреатом этой великой премии.